Замороженная около 20 лет стройка возобновится. Здания, переходящие из одних рук в другие, и до сих пор портящий внешний вид города, наконец-то приобретет презентабельный вид. Все были заняты тем, чтобы найти инвестора для того, чтобы достроить этот объект. И причем не просто достроить этот объект, но чтобы сохранить его профиль. Потому что на сегодняшний день в Рязанской области не хватает гостиничных номеров. Поэтому и основная задача и условия, которые ставились, оставить тот же профиль, именно эта гостиница. Работы уже возобновились. Вот гостиница в эксплуатацию рассчитана на весну следующего года. Это будет трехзвездочный четырехэтажный отель на 200 номеров с конференц-залом, подземным паркингом и благоустроенной территорией. Конечно, в центре города должен был появиться все-таки отель, где люди могли, гости, комфортно себя чувствовать и проживать то время, когда они посещают Рязань, Рязанскую область. Мы сейчас активно очень работаем с инвестором. Правительство области вместе с городом помогает восстановить часть документации, которая на сегодняшний день была уже утрачена, так как это объект, я уже сказал, около 20 лет переходил за одни круг в другие, поэтому была утеряна часть документов, которым помогаем инвестору восстанавливать. Что ж, поживем увидим и тогда оценим, как расцветет практически заброшенное и даже немного угрюмое место вместе с туристическим потенциалом нашей области.